Это разбор, синтаксический разбор нескольких предложений из третьей книги Хитопадеши. Бхавату – это один случай, а дальше три схемы, посвященные одному предложению, значит, которые в глубинной структуре выглядят как бханч. Бханч. В поверхностной структуре, в пассивной, как, собственно, мы видим в тексте Хитопадеши, вот представлена схема. Но, опираясь на глубинную структуру, можно было бы также выстроить и альтернативную модель, которая в тексте не прописана, но вполне могла бы быть, с Абхаджан в имперфекте и Бхаджусе с перфектом. Значит, то есть вот эти три схемы между собой тесно связаны. Ну и дальше мы рассмотрели еще два случая. С вершиной Патитани и с вершиной Уктом. И, собственно, вот этим мы занимаемся на занятиях, посвященных Хитопадеши. Добро пожаловать на занятия санскритским синтаксисом по утрам в 8 утра в воскресенье. В 5 часов вечера у нас Рамаяна, синтаксис с Рамаяной, а в 8 утра по воскресеньям у нас Хитопадеша. И в 8 утра мы рисуем подобные схемы. Будем рисовать до тех пор, пока у всех не будет получаться так же здорово, как вы можете увидеть здесь на доске. До встречи!